Территория одного бассейна или звездный релакс-объект для знаменитого актера Павла Прилучного. Теперь, возвращаясь домой после съемок, Павел Прилучный ныряет с головой уже не в водоворот киношных страстей, а в свой бассейн. Но это уже за кадром. Зато мы в этом ролике можем вам показать, как строили этот бассейн и в чем его уникальность. Итак, поехали! Перед специалистами компании «Кирпул» актер поставил такую задачу – построить бассейн 4 на 8 метров прямоугольной формы, чтобы служил верой и правдой и не доставлял хлопот с обслуживанием. От выбора технологии строительства зависит не только внешний вид бассейна, но и его срок службы. Например, можно поставить надувной лягушатник или пластиковое корыто. Однако тут о долговечности говорить не приходится. Бетонная чаша – казалось бы, проверенная технология, но срок строительства такого объекта увеличивается в разы. Поэтому сегодня самый оптимальный вариант – бассейн из пенопластовых блоков. Установка – словно конструктор Лего. Бюджет – приемлемый, надежность – стопроцентная. Полистирольные блоки внутри пустотелые. После сборки чаши внутрь устанавливается арматура и заливается бетон. Таким образом, конструкция получается супернадежной. К тому же она не дает усадки. К отделочным работам можно приступать незамедлительно. Но даже это еще не все преимущества. Стены бассейна, отлитые в несъемной опалубке, тоньше на 25%, чем при сооружении по другой технологии. Чаша имеет идеальные стенки и углы, которые позволяют применить любую отделку из самых разных материалов, хоть из зеркал. Стена из полистирола служит отличным укрытием для водопровода и водоотведения, а также электрической проводки. Итак, чаша бассейна для Павла Прилучного готова. Настал следующий этап строительства. Монтируем и заливаем закладные детали, скиммер, фонари и форсунки. Далее на 2 дня берем паузу, даем высохнуть закладным деталям. Несколько слов о закладных деталях. От их качества во многом зависит дальнейшая простота обслуживания бассейна. Одна из самых непростых задач в содержании бассейнов – поддержание чистоты. В воду попадают частицы кожи, волосы, микроорганизмы. На поверхность водной глади оседают пыль, листья, пыльца, насекомые. Регулярная смена воды – занятие трудозатратное. Эффективнее и проще наладить циркуляцию и очистку. Поможет это сделать скиммер. Это первая ступень очистки воды. Одно устройство справится с 25 кубометрами воды. Гидромассажная форсунка превращает бассейн в зону отдыха с гидромассажем. Специальная конструкция создает сильный поток воды. Это настоящий must-have после трудового дня. Релакс с пользой для здоровья. После того, как закладные высохли, начинаем подготовительные работы. Монтаж угла с ПВХ-напылением на борт бассейна. И клеим геотекстиль на стены и дно бассейна 88-м клеем. Подготовительные работы позади. Следующий этап – отделочные работы. Бассейн для Павла Прилучного хорошеет буквально на глазах. После того, как сделали подготовительные работы, приступаем к сварке пленки. Развесили пленку на стены бассейна и тщательно провариваем швы. Актер для отделки своего бассейна выбрал пленку ПВХ с узором синий мрамор. И это отличный выбор. Почему? Потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых, этот материал – лучшее решение для отделки чаши. Итак, несколько слов о преимуществах этого отделочного материала. Это легкость и скорость монтажа, а значит, оценить все прелести вашего бассейна вы сможете значительно раньше.
Если говорить о цене и сравнить ее, например, с кафелем или мозаикой, то пленка окажется на порядок дешевле, но выглядит нарядно, не хуже другого материала. К тому же выдерживает значительные перепады температур, совершенно не боится химии, которая применяется для чистки бассейна. Стойко выдерживает воздействие солнечных лучей. И, наконец, это прочная и надежная гидроизоляция. И даже если когда-нибудь ее герметичность нарушится, сложностей с ремонтом не будет. Напоминаю, что наша компания «Кирпул Бассейны» на отделку бассейна пленкой ПВХ дает 5 лет гарантии. И ни один отделочный материал будет так долго служить, как пленка ПВХ. Что касаемо производителя пленки. Да, безусловно, все производители разные. И качество пленки тоже разное. Про производителей говорить ничего не буду, не хочу делать рекламу. Если вы планируете приобретать пленку для своего бассейна, пишите на почту или в WhatsApp, и мы вам порекомендуем недорогую пленку хорошего качества со сроком службы от 20 лет. На отделку пленкой бассейна 4 на 8 специалистам компании «Кирпул» потребовался один день. Такой скорости строительства нет ни в одной другой технологии. Завершающий и не менее ответственный этап работ – отделка борта бассейна. Что выбрать? Конечно, копинговый камень, говорят специалисты компании «Кирпул». Вот и звездный бассейн будет обрамлять именно он. Но вначале о технологии. Для монтажа камня нам понадобится стеклосетка. Мы ее клеим на борт бассейна. Гидроизоляция, которая наносится на эту сетку. И затирка двухкомпонентная. Вот такой вот мы используем клей для монтажа камня. К55 лита плюс – одна из лучших клеевых смесей. Она подходит для внутренних и наружных бассейнов. Водостойкая, не боится даже крещенских морозов. Это важно, если речь идет об уличном бассейне. Наклеили сеточку и наносим кисточкой гидроизоляцию по всему периметру. Она сохнет очень быстро, там в течение 30 минут. Следующим этапом начнем монтировать камень. Еще один компонент, который мы используем при укладке камня, это герметик. Герметик наносится на вот этот гребешок, который прислоняется к пленке, и туда не попадает водичка. И вот так вот мы монтируем камень. Очень много преимуществ. Первое, это дает законченный вид. Второе, отбивает волну, меньше воды уходит. Третье, можно его использовать как рукохват. Раз, руками удобно очень. Копинговый камень подходит для бассейнов любого типа. К тому же этот отделочный материал может быть абсолютно любой формы. Волнообразный, прямой, овальный, с различным радиусом закругления. Это позволяет выполнить отделку бассейна любой конфигурации. К тому же камень обладает антискользящими свойствами. А гладкие края – это еще и безопасность во время купания. Риска получить травму, ударившись об острый угол, просто нет. И даже это еще не все. Покрытие не впитывает грязь, не нагревается на солнце и обладает водоотталкивающими свойствами. Столкнемся с такой ситуацией, интересной и сложной. Мне нравится здесь вот скиммер. Как же мы будем обходить его? Как он у нас получится? Что-нибудь придумаем? Смотрите, как у нас получился камень. Смонтировали возле скиммера. Какую подрезочку сделали. Красота. Вот вид сверху, как мы скиммер обошли. Правильный выбор материалов важен, однако успех дела во многом зависит от профессионализма мастера. В компании «Кирпул» все как один – опытные специалисты, которые знают все о качественном строительстве бассейнов. Вот и, казалось бы, простой этап – затирка швов. Здесь важны два момента – состав, чтобы не было проблем во время эксплуатации бассейна, и рука мастера, чтобы швы были незаметными. Обратите внимание, сейчас вот водичка мутноватая, это из-за того, что я ее
как бы будоражил водичку. Сейчас пропылесосим, пройдет 2-3 часа, и водичка будет уже идеально чистая. А это сердце бассейна – стенд фильтрации от компании «Кирпул». На этом объекте оборудование установили в подвале дома. Места оно занимает совсем немного. К тому же установка проста в управлении, а значит, любой владелец бассейна сможет сам контролировать все процессы фильтрации. Я пропылесосил бассейн, сейчас нужно открыть донный забор. Открываем донный забор. Щит управления бассейном и шестипозиционный клапан поставили в режим промывки. Здесь у нас стоит обратный клапан, который автоматически срабатывает, когда давление давит. Включаем, и пошел процесс промывки фильтра овальной установки. По времени где-то вот секунд 30. Это обязательно нужно после того, как пропылесосишь. Итак, прошло у нас где-то секунд 30-40. Далее выключаем, переключаем на уплотнение песка. После того, как сделали промывку, нужно песок уплотнить. Пуск. И также проходит 30 секунд, пока пройдет уплотнение. Выключаем автомат. Клапан включаем. Все, бассейн работает. Так вот у нас выглядит щит управления бассейном. Подогрев включился. На щите управления есть таймер. Он настроен на круглосуточный режим. 2 часа работы, 2 часа перерыв. Можно сделать перенастройку. Это надежность и простота эксплуатации, проверенные бренды и адекватная цена. Меня зовут Павел Петрович, и ребята сделали потрясающий бассейн. Я всем вам советую, потому что прошел через это и знаю, что очень много людей ведут себя не очень правильно и не очень честно. Дима делает это просто потрясающе. Подписывайтесь на его канал Кирпул Бассейн в Ютубе и смотрите, как и что происходит в жизни строительства бассейнов. Спасибо тебе огромное, было круто. Это один из 12 тысяч бассейнов, которые построила компания «Кирпул». Специалисты работают по всей России и в Республике Крым. Хотите такой же бассейн, как у Павла Прилучного? Обращайтесь! Подписывайтесь на YouTube-канал «Строительство бассейнов под ключ «Кирпул». Здесь обзоры, тесты, важные нюансы и все, что касается строительства, ремонта и обслуживания бассейна.